И масса тела. Там у нас сколько рука работала, здесь масса тела. Два. Пять. Четыре. Пять. Пять. Восемь. Девять. Десять. Продолжаем. Меняем. Стойку правого отдела. Рука, нога. Удар. Рука, нога. Первый вариант. Раз. Два. Пять, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, делаем. Теперь стойку встали, только рука-нога разные. Не меняем. Рука-нога разная. Медленно только. Ну, сильно больше будет хорошо. Да. Ручка нога разменяна третья. Запоминайте. Два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Что делаем? Живот по одному так. Чтобы четко поставить точечку. Полный шаг. Сейчас не разворачивай, тут мы идем вот прямо. Прямо, так руки будут. Это ты отбилась тот, который с поворотом не делал. Нет, еще так. Он автоматик идет вперед. Все, специально охватить. А нога разноименная, то есть медленно. Рука нога разная. Второй вариант. Медленно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Медленно. Спиной. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Два. Четыре. Пять. Два. Смотрите, мы какая нога по ходу? Левая. Левая защищаемся. Ну как будто защищаемся. Правая ходит. Правая под ладошку защищаемся. Что делать? Правая, правая защита. Левая, левая. Да. Да, да, да. Смотрите, бачок. То есть мы приготовились. На левую руку. На правую. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Три. То есть сели, достали, стойку перейдем. Мы ее заряжаем, надо мы ее раз зарядить. Бам! Взрыв. Основной на задней ноге. Мы переносим вес на переднюю ножку. И потом опять на заднюю. То есть задняя, передняя, задняя. То есть у нас получается. Давай. Два удара. Два удара.
Теперь начинаем. Сзади руки. Раз, два, три. Раз, два, три. Сзади руки тоже начинаем. За этот промежуток надо сделать три удара. Три удара. А потом за это уже четыре удара? Ну, уже просто 24 удара. Поехали. Четыре удара. Раз, два, три, четыре. О, ты. Да, начинаем. Два, три, четыре. Thank you.
Когда соперник уже боксер закрыл лицо, вставай больше такой стоит. Мы атакуем живот. Нет. Голову двигать, живот пропускаем. Вот теперь ты. Да. Перемещаешься, он бьет живот. Дальше попасть в живот. И либо, если не вернуться, просто уйти в сторону. Голову оторвалась, себя закрыть. Вот видишь, Герон не отлипает. Смотрите, он с вами не занимается, а делает правильно, не отлипает от нас, от меня. Видите, как делать правильно? Мы всегда вместе стараемся быть. А вы один там, другой там. Винчун, ближний бой. Работаем вместе. Так, еще раз. Прямой. То есть первый вариант. Мы атакуем, мы стоим, ну, например, стойки на готове. Мы атакуем мы в открытую область соперника. То есть он стал на конец. Атаковали. Mm-hmm.